Близко Северодвинска о спорте. В спортзале «Фокси» в Маш состоялся финальный поединок Кубка мэра Северодвинска по флорболу. Главными действующими лицами выступили соперники из команды А и Архангельского САФУ. Больше двух месяцев продолжался флорбольный турнир на Кубок мэра города. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Северодвинска, Архангельска и Холмогор. Сквозь сито групповых этапов и матчей на вылет до финала добрались лучшие. Весной студенты Архангельского САФУ стали чемпионами Северодвинска, и легкой прогулки опытным флорболистам команды А никто не обещал. Первый период со счетом 2-1 остался за северодвинцами. Во втором тайме подопечные Владимира Костяева вырвались вперед 2-4. Заключительный отрезок игры стал очень результативным, а финальный свисток судьи зафиксировал победу команды САФУ со счетом 7-9. Лучшими игроками турнира были признаны голкипер Михаил Заостровцев и нападающий Никита Бочаров, оба САФУ, а также защитник команды А Вячеслав Гацуляк.